Всем привет! Мы в Штутгарте, и с нами Егор Перепелицын, который вчера танцевал в группе юниоры 2 латина. Результат какой получился? Ну, 16-е место. Ну ничего страшного, будет еще лучше. Как вообще ощущения, настроение? Ну, замечательные, атмосфера клевая, музыка офигенная. Можешь что-нибудь рассказать? Танцевала у вас как? Танцевала хорошо. Что сказали? По ощущениям. Родители? Все похвалили. Немножко странный результат оказался. Не поняли, почему так получилось. Будете еще больше теперь работать? Да, конечно. За кого сегодня болеешь? Сегодня за вот Олега Колесникова болел утром. Обидно то, что тоже такое неоцененное место получилось, пятое всего лишь. Конечно, хотелось, чтобы в тройке была наша пара. Как считаешь, что нужно делать, чтобы когда результат тебе не нравится, как нужно себя вести? Я считаю, что если танец хороший, ты доволен своим танцем, то даже на результат можно посмотреть. Отлично. Спасибо тебе. Тогда не будем тебя задерживать. Спасибо. Увидимся. Удачи. Спасибо.